Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Ричард. И сегодня мы продолжаем играть в Cryofear. Остановились мы на прохождении данной головоломки. И у нас открылся какой-то сарай. И по звуку летит истребитель. Не буду говорить, куда он летит, потому что за это можно отлететь в бан. Так, ну вот этот вот сарайчик открылся. Вау, так... Тут снайперская винтовка Мосина получается, а куда мне ее взять? А мне ее некуда взять. Ну и нахер она мне нужна тогда? Или может вместо дробовика? На дробовик есть патроны? Давайте, ну-ка проверим. Два патрона. Ну давайте выкинем, возьмем. Сейчас там монстров постреляем. Они 100%. Угу. 100% говорю, появились. Мы сейчас просто их пощелкаем. Да, вот тут гадина появилась какая-то. Ну-ка, еще что-то заспавнилось. Ладно, если что, вернемся с дробовиком. Будем помнить то, что он валяется вот в этой локации. А, так мы сейчас ключ применим и сходим с дробовиком, что паримся. Так. Все, и давайте с дробовиком сбегаем. Так, это чисто сигнальный выстрел. Подстрелили птицу, или сейчас пуля упадет, пробурит землю и убьет какого-нибудь китайца. Осуждаю. Осуждаю данный, конечно, в GTA 5 RP. Ребят, в GTA 5 RP. Не в жизни. Я могу выбросить мобильник, серьезно? Не, нельзя. То я аж что-то удивился, то что мобилу выкинуть можно. Ну нет, наш Симмонс не ждал выкинуть. Его у нас только могут отжать гопники. Так, давайте заодно и сохранимся на You Will Die. Нет, ну нет, You Not Will Die. Это про главного героя, ребята. Не подумайте. Так, загрузка. Чпок и готово. Прицеливался просто как ворошиловский стрелок, прям между глаз ему попал. Так, тут какие-то металлоконструкции, но мы через них на изи проходим. Ёб твою мать, я обосрался. Вы бы... Так, тут шикарная шконка. Тут какая-то тень. Вот, видите, смотрите. Оп, вот светло, подходишь и темно. Я испугался. Можно сказать, чуть штаны не обдристал просто. Так. Тут лежит патроны для снайперской винтовки. Неплохо. Давайте пока выйдем и сходим вон туда. Ой-ой-ой. Тут много патронов, не зря ее взяли. Где эта херовина? А вон она. Все, репанулась гадина. Тут везде эти летающие шконки будут. Да, вот еще одна. Где она? Да боже, ее на фоне города плохо прям видно. Пули улетают, мое почтение просто. Так, тут страшный коридор, тут заперто. А тут какой-то... Какая-то... Ладно, давайте сюда зайдем. Ой, со снайпой я плохо захожу в данное помещение. Нет, это все... провисла игра. И тут сейф. Давайте, ну, сохранимся, чем нет. Пока дают, будем сохраняться так. Сюда тоже можно попасть. Стоп, а мне интересно, что там. Мне безумно интересно, что там. Так, ну... Это проход на улицу, так. А там тупиковое, там какое-то здание. Давайте сходим, чё нам? Ну, тут, типа, труда не составит, не так далеко.
Так, проходим. А к двери нужна ключ-карта, ёпта. То есть нам сначала... Да, туда надо. Ладно. Окей, let's go. BMX, что велик. Или не BMX. Так, еще один, что велик. Ржаво-коричневого раскраса. Это крутой скин в Counter-Strike. Расти называется. Как-то так. Так. Ёб твою, я обосрался, ребят. Меня аж зёрнуло, капец. Нельзя же так пугать, я в него зажал с пистолета. Ну вы видели. Ёб твою, я обосрался. Что это? Мне кто-то звонит. Алло, алло. Yes, yes. Алло? Алло? Я не слышу вас. Кто это? Где сейчас? Откуда у вас мой номер? Вы можете помочь мне? Что за хрень творится в этом городе? Мне, ну, богу, тобой, Саймон, я крыш. На пропава от отчета. Вы что? Вы на крыше? Я не могу разобраться, что вы говорите. Алло? Алло? Вы еще здесь? Вот дерьмо. Так. Но это не наша мамуля позвонила, явно. О, вот и на остановке шприц. Наконец-то мы это нашли. Так, у нас 4 патрона. Это хватит, чтобы убить одного монстра. Так. Никакого нету это. Какие-то кочки. Наверное, там мины закопаны. Так, но туда нам не пройти, правильно? Все, именно так. Куда нам? Я на крыше. А какой... Опа! Братанчик. Привет, то сам... Здорово. Ядрить вас там. А вы чё? А чё сразу не сказали то, что вы так можете? Раз. Два. Так, давай теперь заряжаем. Мне кажется, стоит оставить снайперскую винтовку на более сильного противника. Откуда он прибежал? Вот где тут проход был? Стоп, они просто через текстурки, что ли, прошли? Эй, вы читеры, так нельзя вообще-то. Взяли сквозь текстуры, прошли. Нормально, да, просто? Сквозь текстурки. Чё? Так, найс, мы открыли калитку. Ты получи по шапке. На еще. На. На. Но с ними можно нормально так уроном размениваться. Первый удар станет, так сказать. О. Так, найс, подхилились. Теперь можно и жить дальше. Все, откизду. Еман вас тут. Целевые приключения в питерском парке. Или это самарский. Капец их тут. Как говна. Реально как говна в парке просто. Накидали, просто будьте здоровы. Так, это вход в какую-то лачугу, в толчок. Этот nothing else matter, как говорится. You are here. Что-то помечено кровавыми крестиками. Это, наверное, все, где есть прикопы. Кладмен, мудак. Отлично. Так. Ага. Ага, тут два бича было. Они побежали ко мне. Так, ну у нас один лишь только путь. Это вон... короче, эту посмотреть. Да-да-да, вот эту дверку. Чем-то заблокировано. Чем? Ёпта, я скамейки испугался, представляете, обосрал. О, а вот и этот инструмент. Так, бросаем ремингтон.
Его можно only применить. Вот первая яма с дерьмом собачьим, так откапываем. Что же мы тут находим? Обойма для М16. Отлично. Так, нам теперь просто везде надо кучи искать. Так, вот я здесь, и где-то вот тут вот одна еще яма должна быть. Вот это что ли она? Ну-ка. Ничего в этом киндер-сюрпризе. Патроны к винтовке 5 штук, отлично. Так, где еще прик... Вот это похоже на большую яму, нет? Нет. Так, хорошо. Там забрали. Что-то где-то еще вот тут спереди есть, да? Да, вот она. Так, что тут? О! Питерская заначка. Так. Что еще где? Крестик тут, тут. Где-то вот по этому забору. Да, вот. И еще один вон с той стороны, по идее. О! Зергут, зергут, Вальдемар. Так. Где-то вот тут еще должен быть прикоп. Мы как диггеры, которые ходят с металлоискателем. Только у нас есть наш чуткий нюх. No shit, I don't see the... Блин, я вот думаю, если я назову видос, работаю закладчиком, YouTube как на это отреагирует, положительно или отрицательно? И так просмотров-то нету, а тут еще канал убивать вообще в крайне охота, он и так новый. Может это вон та, вон тот прикоп, который тут был, считается, скорее всего. Ой, ублюдки заресетились. Так, ну у нас инвентарь фул, короче, мы выкидываем лопату. Подбираем. По-моему, мы потом назад вернемся. А, поэтому дробовик потом подберем. Я испугался плафона, короче. Вон, смотрите, еще одна гадина. Четкий выстрел между глаз, и она уже лежит, отдыхает. Так, надеюсь, тут никаких новых приколистов не зареспавнилось. Вроде бы никого нету, только вот две шконки заспавнилось, и все. Так, ну крыша, двухэтажное здание, невероятно высокое. Отлично, мы отперли дверь. Это ж пиндохорили ее. Там какие-то страшные звуки. И кто-то рычит. И странно. Стоп, здание двухэтажное. Какой же... О, какая дверь. Очень страшное помещение. Патроны. Так, давайте. Мод DB Hoodies. Окей. Давайте сохранимся. Тут вот. Так, великолепно. Просто там ситуация. А, ну тут все и закрыто. Давайте, я предлагаю на этом месте закончить, потому что я помню то, что вроде... Там, получается, босс будет. Босса оставим на следующую серию. Мы остановимся вот тут вот. Ну, что ж. Всем удачи, всем пока.
Ставьте лайки, пишите комментарии. Надеюсь, увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока.